Вы помните прошлый раз, как здесь было все чистенько убрано, и смотрим, сколько здесь огромных труб появилось с тех самых подпор. Причем здесь куски труб, вот я смотрю, лежит такой кусок, наверное, метров 8-10 в длину, и диаметр у него порядка 1,5 метров. Толщина стенки где-то 1,20 мм. Вот давайте я так сравню с рукой, чтобы вы понимали, что здесь, какие размеры имеют. Я уже вам несколько раз это показывал, но меня они все больше и больше вдохновляют, удивляют. И смотрим, сколько здесь всего срезали за ближайшие месяц, наверное, меньше. Сняли еще одну шпренгельную систему с правой арки. Если мы сейчас вот стоим лицом к ним, то она будет правая. И, как видим, уже почти демонтировали с левой. Все эти звенья уже убраны. Висят только натяжители. Напоминаю, что вот еще недавно вот здесь вот стояла временная опора. С другой стороны, там как раз темные места на арках подсказывают нам, где они были. Сейчас там все завариваются, лишние отверстия технологические. Идет работа интенсивная по демонтажу оставшихся двух опор. Напоминаю, кто там еще пропускал наши ролики, не смотрел внимательно. Эти опоры будут срезаны до уровня метромоста. И после этого будет идти укрепление вант. Ванты, 62 ванта будет идти между арками и консольными плитами. После чего мост будет подвешен на вантах. Разбираться будут опоры уже нижние. И он будет потихоньку опускаться на метр почти вниз. Может быть, 68 ватт. Я уже не помню. Посмотрите внимательно мой предыдущий ролик. Там была точная информация. Так я уже по памяти говорю. Вот я сейчас навскидочку насчитал 9 или 10 кранов. Нет, даже больше. Давайте считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да, 12 кранов. 12 кранов параллельно ведут работу. Заглянем, что у нас там внизу. Это место, где была опора в прошлый раз. Попытаемся взлететь. К сожалению, Дима сегодня летать не может, он там немножко повредил свой квадрокоптер. Случилась неприятность, поэтому сегодня я летаю на квадрокоптере, который благодаря вашим усилиям и благодаря магазину Фишки Ивей был собран. И сейчас попробуем, как он с таких металлических поверхностей конструкции летает.
немного полетали, посмотрели со всех сторон, даже относительно сблизко я вам постарался показать, как выглядят люди на самой верхотуре. И за то время, пока мы летали, буквально у нас на глазах срезали, демонтировали еще одну шпренгельную систему. Только что ее отпустили на поверхность. Мы видим, как слаженно работают краны. Только что мимо нас проехал, он разворачивается как раз трейлер для того, чтобы вывозить все эти конструкции труб. Вот мы видим демонтированные части площадок, которые были сверху там на опорах. Вот ребята, высотники в альпинистских касках, в мощных системах поддерживающих. Ребята только что спустились с верхотуры. Это вы обрезали этот шпренгель, да, только что? Вот я не знаю, видели мы их или нет. Я думаю, что должны были видеть наверху. А теперь можно заглянуть им в глаза, этим бесстрашным парням. Вот сейчас, к сожалению, не успел я камерой схватить, как отрезали еще кусочек. Сейчас мы видим, только он подцеплен верхним краном. Сейчас будет его опускать, не знаю, перецеплять, наверное. А, там кран с гусочком, вы его видели сверху, я показывал вам. Ну вот еще одну часть убрали, осталась только одна частичка вот там дальше. И мы заодно смотрим, как уже обрезали боковые опоры. Мы видим, как я и говорил, до уровня метро, даже чуть ниже. Ну, средняя часть центральная останется до уровня метро, а это, видимо, останется для устойчивости. И вон ребята срезают еще два уровня. Да, действительно, эту часть шпренгеля выводят наверх. И, скорее всего, будет опускать внутри арки. Мы еще раз глянем на опору. Здесь мы видим, как уже демонтируются конструкции подпор временных. То ли это для легкости транспортировки, то ли, возможно, какая-то часть из них еще пойдет в дело. Ну а мы с вами смотрим на противоположную сторону моста. Здесь уже опора срезана до того уровня, до которого планируется на этом этапе. И как раз я вам показывал с квадрокоптера, там идет демонтаж этой горизонтальной балки. Не знаю, успеем, не успеем мы заснять, как ее подцепят краном, но, по крайней мере, сейчас вот этот белый кран, он ее фиксирует, чтобы она никуда не делась. Будет ли ее двумя кранами снимать или одним, я пока еще не знаю, она достаточно большая. А тут мы как раз видим, как спускают ту часть, которую только что обрезали от шпренгеля. Такая, казалось бы, снизу маленькая трубочка. На самом деле, вы видите, какие ее реальные размеры. А срезана она была людьми, которые внутри арки находились и через окошечки вырезали это все. Уже не видно того места, где это было убрано. Вот такие вот детальки. Видим, как готовятся грузить обрезок трубы, такой не слабенький, наверное, метров 8-10. Будет ее грузить на машину. И сразу же вывозить. Кстати, я вам уже рассказывал, еще повторю, что с металлолом здесь настолько строгий учет, что его
здесь фиксирует количество точное. И после этого на металлобазе, где его принимают, отдельные проверяющие есть, которые также фиксируют, чтобы весь металл доехал до базы, чтобы ничего никуда не ушло по дороге. Все очень серьезно на этом мосту. Внутри видно специальные направляющие торчат с бортов. И труба принимается и увозится. Кстати, видим, как замеряются и переписываются все части, которые отбывают отсюда. Человек специально ходит с планшеткой, все фиксирует. На каждой детальке ставится ее длина. На то время завершается погрузка. Мы видим, как далее еще один кран, какую-то составную часть опоры утаскивает вниз. Буквально на всех частях этих опор идут какие-то работы. Закреплены люльки, газосварка работает. Вы видите, сейчас режут еще одну трубу. И еще, и еще, и еще. Для того, чтобы график демонтажа не был нарушен. Пока достаточно благоприятное время, за исключением жары. Ветра почти нету на высоте. Как вы понимаете, ветер — это самое большое несчастье. Ну, не считая снега, града. Там тоже, возможно, вы видите между трубами работу газосварщика. Вот мы видим, тоже идет срезка горизонтальных частей трубы. Обращаю ваше внимание на то, что люлька поддерживается краном, но закреплена на конструкциях, и люди работают, что очень важно, в страховках. И еще один кран стоит на готове, чтобы эту трубу уже подцепить и вынести отсюда. И вот здесь еще один демонтажник с газосваркой. Сейчас тут идет речь о том, чтобы подцепить трубу, уже отрезать ее окончательно и снять. Шевелится, все везде движется. Как вы понимаете, здесь сложность в том, чтобы два крана не мешали друг другу. Тут работа под аркой вблизи самой конструкции. Как обычно, ювелирка. Вы видите, как кран переносит стрелу через трубу. В это время его тросы с крюком идут с другой стороны трубы. Похоже, все-таки косую он крепит. Достаточно большая перемычка, хоть и не труба, но длинная. Но у них есть, я вижу, специальная проушина, которую можно шаклом зацепиться. Поэтому здесь ему не надо обвязывать сильно эту конструкцию. Скорее всего, всего лишь зацепить шакл и закрутить его. Вот мы видим, как люльку переместили на нижнюю часть. Сейчас он ее закрепит и начнет работу по срезанию нижних креплений
сказали, что это еще минут 20-30 вся процедура займет. Я думаю, что мы пойдем с вами на Русановские сады, ну, а потом уже посмотрим, что мы будем делать дальше. Здесь мы слышим ужасный шум. Это свежие закрепленные консольные плиты там приводят в порядок. Швы обрабатывают. Вот видим характерные следы масла после проверки с помощью ультразвука. Теперь их уже начисто зачищают. Это плиты, которые, я напоминаю, были установлены вместо боковых опор временных. И еще раз показываю, на них будут ванты крепиться, а верхняя их часть будет вот в тех вот отверстиях. Если вы пропустили мой ролик, там, где я внутри был этих арок, то обязательно советую посмотреть, потому что там внутри очень интересно. Я показывал места, где будут крепиться ванты. Вот такая вот картина общая сейчас на мосту. А мы с вами отправляемся на Русановские сады. На окраине мостовой части, перед переходом на эстакаду, мы видим, завезли деформационные швы новые. Куда это, я еще не знаю. С таким характерным изгибом. Возможно, нет, на метро вряд ли похоже это. Трудно сказать. Ладно, пока зафиксируем этот факт. Потом выясним. И, как мы видим, идет заливка бетоном лестнично-лифтовой клети. Как раз подъехал миксер, наполнил бункер. И еще один маленький кран. Заливает. И идет под следующую загрузочку. С противоположной стороны мы видим, также уже готова решетка арматурная, но пока еще не установлена опалубка на аналогичной части. Видим, едет новый грузовик, судя по конфигурации его кузова, за следующей трубой здоровенной. Здесь загружается бункер